Не видел, честно. Да, ты наркот. Наркотик вообще без микрофона сидит. Давай его гранатами закидай. Паш не будет против? Чего мы его? А, гранатами? То... А бля, он появился. Я тут и был. А ты видел, на какой минуте запустил? Нет. А почему ты не смотрел? Ну что ты Ну за почему я человек, должен а? смотреть? Вот Ты хороший человек. обязан. О, я сейчас боком перелез. Сегодня, конечно, меня немножечко подвыбесили, блядь. 10 каток подряд, нахуй, мои тиммейты просто идут вперед и сливаются, как боты. Это просто Круто. пиздец. Не будем показывать пальцем, кто. Слышу типов. Это он говорит, короче, мне. Ререйн. Слышу Блин, типов. долбоёб. И пиздует вперед, блядь. Напугал меня. Примерно так. И просто идет вперед, понял? Вообще на пофиг. Убегает от нас. И все в этом духе. Он же карта на втором, на третьем этаже. Чё? На третьем этаже карта. Зачем? Чё зачем? А мы что, карту открываем? Ну ты вроде говорил, ты же карту открывать будешь. Нет, я не взял с собой карту. Я себе сказал, бери карту черно-золотую. Нет, ты меня послышалось, я беру карту золотую. Не, я говорю тебе, бери. То есть мы без золота сейчас? Получается. Пипец. Ну ты наркот даешь. Мне ее покупать надо было бы все равно. Я-то надеялся. Где он? Ящик хотя бы открой, не знаю. Сволочи. Я хотел посмотреть, что там голд карты выпадет. Может там кашку какую-то подсосать. Втихаря. А так придется саму ее открывать. Ну, такое. Я ж не глупый. Такое. Такое. Полнейший шлак. Ну ты крутишь, ты где берешь эти блоком по голой карты? Как не посмотрю весь инвентарь в голд карт. А, я ворую. Да, ничего себе. Вот ты какой у нас жулик, оказывается. Жулик. 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 Не воруй. Не воруй. Так, хорошо. Тебя посудят, а ты не воруй. Боже, вообще хламина. Тебя посудят, а ты не воруй. Ну, возвратка боеголовка магазина, это уже хорошо. Че? Все. И там все этажи облутаны. Так, я пошел долбить мародюра. Где они, кстати? Мараудеры. Ну такое, золотой и... шлем там выпал, знаешь. А их еще нету. О, ты как раз на них бежишь. Жесткий рюкзак. Рюкзак для. О, шлем упал вообще, видите. Дымовая завеса для попадания спинов фанатически. Ну такое, шлак. Хотя. Ну так же, 1300-400. Да. Не больше. Типа три золотые шмотки упало, но они бесполезны. Но зато сколько куча можно регенок. Переводить?
С другим? Да. Даже вот рюкзак на 3 перка с руки. У меня ТП. ТП у тебя? Да. Это реальные ТП или нет? ТП, ТП. Не надо бежать. Нет. ТП, ТП ко мне. Бежим. Убил, нет? Еще не знаю. У меня такое ощущение, что были типы. Вопрос, как где они? О, ну двери закрыты. О, в трешке кто-то топал. Все закрыто. Может, бот? Да, скорее всего, вот эти боты распавнились именно возле трешек. Ну, которых я шатал. Что в машине упало? Нифига. Палец. Ну что, идем проверим, сколько мне выпало. По финансовым средствам. Ну пошли. Тройка откроется через 4 минуты. Ну давай на первый. Сэм. Ты уже бежишь на первый. Я тебя знаю, блядь. Ты ж, блядь, пока что не залутаешься в ноль. Ну типа барабан и полное говно. Вот здесь возвратка, боеголовка на длинном магазине. Вроде неплохо. На чикпаде фикс разброс, статик ассист и импровит палет. Ну, вроде как хороша. Чикпад неплохой вроде бы. Но это не точно. Сема, можно так и бегать, в принципе. И лутаться от первого лица на все. Так она ж открыта не всегда. Она ж не всегда открыта. Скольки? Там написано. Там с четырех она открывается, в принципе, нормально. Поиграть немножко. Давайте, 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 на выход, на выход, на выход. На мою метку идите. Сэм. Да я бегу. Летовый третий бот нашел. Ну здесь вообще люди в парне. Шарищи. Так, сколько у меня вышло? 400 тысяч. Сколько на выходе и выход еще будет работать? 5. Какой этот? 5 минут. Наркот, ты выходишь, нет? Сейчас вот летаю и выйду. Так, что у нас тут выпало? 70 тысяч. 19. Понял. Хорошо, вот это продаем. Здесь есть что-то хорошее?
А, нифига нету, хорошо. Значит, юзаем вот это. Полное говно. И просто вот так вот рукой продаем. Это говно никому не нужно. Это тоже. Это тоже никому не надо. Это не надо. Не надо. Уменьшает отдачи на 10%. В душе не бомбу. Сколько такой калаш может стоить? 5000. Серьезно. Я же его до золотого бомба мгновенно доведу. Так, хорошо. 4800. О, у меня аукцион забитый по фулам, я понял. Так, шлем с жестким ресурсом стоит 70 тысяч. Серьезно? Сэм, я выхожу. Да. Ладно, сохраним. 48 тысяч продаем с руки. 16 тысяч с руки. Халам недостойный моего внимания. Так. Жесть, как у меня хилок. И теперь самое вкусненькое напоследок оставили. Смотрим. Вот это у нас стоит 80 тысяч. Вот это у нас стоит 50 тысяч. Это нафиг никому не надо. Это тоже. И это тоже. Ну и в итоге уменьшает время перезарядки дальнобойности с